мне, будто настоящий отец. Мы столько должны были сделать. Туве. Эйвор, Свент, он умер, пока меня не было. Туве, прости, я не знал. Все так внезапно. Мы собирались тем утром клеймить бочки Теклы, обсуждали, что приготовить на ужин. Я за ним пришла, а он лежал в кровати, будто спал. Но на самом деле уже был мертв. Он хотя бы ушел мирно. Но у него были планы. Он столького хотел, столько задумал. Его смерть пуста. В историях все не так. О чем ты говоришь? В историях старики так мудрые и спокойные. Они знают, когда пришел их черед, и готовы к смерти. Свент не был готов. И я не готова. Он должен был меня многому научить. Я еще учусь. Все думают, будто я просто продолжу его дело. Словно ничего не случилось. Но они не знают, что я еще не готова. Иногда жизнь просит больше, чем мы готовы дать. Тут можно лишь стараться изо всех сил. Я не был готов к смерти родителей. Но их отняли у меня в мгновение ока. Я не сдался и продолжаю жить. Наверное, это трудно. Но в тебе столько силы и твердости. Может, другой справился бы лучше. Или хуже. Но это моя судьба. И я ее принял. Я знаю, что Свент верил в твои способности. А что насчет тебя? Ты веришь Свенду? Я не видела художника лучше него. И он выбрал тебя. Ты можешь принять этот вызов или бежать. Но помни, он в тебя верил. Спасибо, Эйвор. Я пойду домой. Будь сильной. И знай, что тебя ценят. Закрываю глаза и вижу твои рисунки на латах богов. Ты обучил Туве. Твое наследие живет. Прости, что не успел попрощаться с тобой, дружище. Ты обучил Туве. Твое наследие живет.
не поможет!
Что это у нас тут? Видимо, устроили засаду. Убили жестоко, кроваво. Разбойники. Я отомстил за тебя. Thank you.
Пролился кровавый мед, пусть взойдет урожай. Ah!
Что видишь, Сюнин?
статуи три больших щели. Для чего они? Для ножей? Может, кинжалов? Thank you.
У меня никого! Папа, почему люди кричат друг на друга, когда перепьют меда? Мед – сладкий яд, что лишает людей доброты и наделяет их храбростью. Но кричать порой полезно. Тебе никогда не хотелось на кого-то закричать? Метать пламя хук и копья слов тех, кто тебя злит? Может быть. А что такое? Сигурд рассказал мне о Локе, который сердился на богов. Но почему? Он был тщеславен. И когда боги начали хвалить слуг Эгера, Локи не смог сдержать свою злобу. Он жил ради обмана и славы. Его сердце переполнило гордыня и зависть. Локи готов был обратить друзей во врагов, лишь бы не слышать, как хвалят других. Никогда не поступай, как он.
Богатого пламя, я помню, пылала, но ждала его смерть. Лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает.
ни за одной отпуска. Рад видеть. У тебя есть дым? Новый день? Смерть одного. Я бы сам все. Что предложишь сегодня? Благодарю. Мне пора в... До свидания. Эйвон, персугенгер. Мне снукара, Эйвон.